Медалистам и отличникам с красными аттестатами вручили заслуженные награды в Госфилармонии, но перед этим, по традиции, выпускники, их родители и учителя возложили цветы к мемориалу славы. 1848 человек в этом году окончили среднюю школу, 12 из них медалисты, 8 на золотую и 3 на серебряную медали. А еще есть те, кто получил красный аттестат. Ева Кукая – одна из них. Девочка рада, что и успехами сегодня могут гордиться и родители, и школа. Я испытываю радость, потому что моя семья гордится, и поэтому очень радостна из-за этого. Ева еще не поступила в вуз, но намерена покорить Москву, а именно МГУ. В ее планах поступление на факультет журналистики. Мне кажется, это одна из самых интересных профессий, на мой взгляд. Предметы в целом подходят моему мировоззрению и складу ума, и поэтому, я думаю, это очень интересно. Поэтому я решила себя попробовать в этой профессии. Отличников потому отличниками и называют за то, что они отличаются особенной тягой к учебе. Они, еще будучи детьми, знают, что образование – залог успешного будущего, и стремятся получить как можно больше знаний, пока есть на это время. Я была в Великобритании на курсах английского, я обучалась в школе языковой «Каплан», мне выдали там сертификат, поэтому мне поможет это при поступлении, так как я поступаю на лингвиста. Планирую в будущем изучить как минимум 5 языков. Я изучаю уже английский и немецкий, планирую также французский, итальянский и испанский, наверное. Мне это очень интересно, планирую побывать в разных странах, где используются эти языки. Пока девочки тянутся к гуманитарным наукам и языкам, мальчики стремятся в самую актуальную IT-сферу. Медалист из Гала Михаил Кварацхелия, будущий программист, признается, что ни с одним предметом в школе у него проблем не было. И советует новому поколению школьников не тратить времени даром, а учиться, потому что сегодня знания – это все. Не взрослеть – это ловушка, скажем так. Учитесь, это самое главное сейчас в жизни. Никого не слушайте, следуйте за своими мечтами. И оставайтесь людьми. Сегодня медали вручили тем, кто с отличием окончил школу в 1993-1995 годах. В то непростое время наградить медалями отличников у государства возможности не было. Спустя десятилетия Минпрос решил наверстать упущенное. За что мы, ветераны, медалисты, очень признательны. Всем большое спасибо. Первый раз в жизни держу шпаргалку. На сцену за медалями 27-29-летней давности вышли успешные взрослые люди, которые своим примером показывают, что характер, проявленный в школьные годы, упорство в обретении знаний в самом начале жизни дают неплохие плоды. Безусловно, дало это, во-первых, такой, первый шаг к тому, чтобы получить уже высшее образование. И когда ты уже поступаешь в университет, то знание, которое ты получил в школе, естественно, тебе еще как пригодится, и оно дает свой положительный эффект. И далее по жизни тоже оно идет шаг за шагом. Эти моменты, они влияют на нашу жизнь, естественно. Медалисты 90-х годов и нынешние отличники помимо медалей получили подарки – абсары, сертификаты на годовое посещение Абхазского театра и другие не менее ценные презенты. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абазатова.